Всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать клещи для формирования профилей. Высыпаем хлам и ищем ручку для клещей. О, подходящее нашел. О, я думаю, кусачки вот эти совковые в самый раз. Беру две рабочие пластины, подгоняем и срезаем все лишнее. Центруем, ставим метку. Сварочным аппаратом провариваем обе пластины. Ну вот как-то так получилось. Буду пробовать на вот таком подоконнике. Довольно неплохо. Изначально я равнял молотком, но вот что получилось. Угол 90 градусов выдержал. Идем попробуем поставить. Огонь! Получилось. Довольно-таки неплохо. Подгоняю уголки под размер переделанного подоконника. Ну а если вам понравился видос, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Всем пока!